ля какая! Я тут в предыдущей серии эту колымагу старую, ну хотя нет, она не старая, вот эту колымагу старую староты взял у богатой тёлочки, ля какая, да? Это не то, что даже самый модный сейчас пацан на районе, да, это просто гроза района, это просто, да все тёлочки мои, все, вот, если, конечно, в жопостынке хотя бы есть нормальные тёлочки, то они сразу же будут моими, хотя я очень сильно сомневаюсь, мне кажется, тут куропатки крашеные. Это еще надо посмотреть. Но я не знаю, с этой тачкой я могу любой чиксу цепануть. С этой тачкой я могу такие дела наворотить, если даже не представляешь, что я могу с ним сделать. Оля! 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 Вы что там курицы палите? На тачку мою палите? На кого вы там палите? Не палите на мою тачку. Ля какая! Ну вот и я всем своим тоже подписчикам говорю, ля какая! Что за тачка? Шик, да конечно шик, ты что не видишь, что за тачка? Ну синяя, вот синяя тачка, вот. Конечно, разгоняется, короче, до 100 км в час за 6,9. Кредит небось взял. Лучше бы ты мозги свои в кредит взяла. Какие кредит? Я похож на того человека, который тачку в кредит берет. Какой кредит? Заработал честным путем, за день заработал, купил сразу же моментально эту тачку. Прокати. А еще что? А можете ее сразу подарить? Я ничего я катать тебя не буду. Прошу, пошли отсюда. Ну покатай, пожалуйста. Я тебе что, Uber, такси, Яндекс такси? Это моя тачка, я на ней кататься и буду. Вы тут курицы не наглейте. Ну конечно, все. Я вам нафиг не нужен был до этого момента. Сейчас на тачку заработал, тачку купил. Ля какая, посмотрите, со спойлером. Спойлер какой огромный. Номера просто калифорнийские. Вот видите, США ее пригнал через океан. Прям по воде прокатился. Прокати нас по ночной Москве. Ты дуримонда? Это же посливка. Какой нафиг Москве? До Москвы 8000 километров. Как я тебе по Москве прокачу, если мы в жопосливке живем? Ты чё, курица, вообще последние мозги пропила? Как я тебе по Москве? Мы сейчас 8000 километров до Москвы с тобой шпиговать? Ну такой привлекательный мужчина, точно хочешь нас прокатать? То, что привлекательный, я как бы даже не сомневаюсь. Да, я такой, мамка хорошего вот этого мужика родила. Но то, что я вас прокатать хочу, вы очень сильно ошибаетесь, курица. Ну, в том плане, нет, вообще нет, прям вообще. Да не упрашивайте даже, да свалите нафиг отсюда, вот туда, откуда вы там вышли, откуда? Салон Крастыль, Эльвирочка? Первый раз такое вижу. Милок, матушку твою прекрасную, что ты делаешь? Чё эти курицы накрашенные тут ошиваются? Дай! Да, я им то же самое говорю, вы чё сюда пришли, куропатки вот это яйценосные, да? Бабенция, ротик придержи, мы не курицы. Это ты ротик придержи. Слушай, это есть, это бабенция, я сейчас... Слышь, ты куропатка. Куропатлата, это что ляпнула? Я бы реально на вашем месте в бабушкину сторону даже вот это не смотрел. Проваливайте, пока не поздно, а то бабушка сейчас всех здесь порешает. Ты ляп, посмотрите, какие агрессивные ляпнули. Чё, ты вот это бабенция, смотри, что они ляпнули. То, что ты там, кто ты там? Милок, ты с ума сошел? А я-то чё? У тебя девушка есть, Катюха же. А что, а я чем-то противозаконным занимаюсь? Как бы вот эти девки просто пришли на мою машину поглядеть, я-то ничего толком не делал, я просто им показал то, что у меня вообще вот под капотом 8 цилиндров, это максимум, что я им показал, больше я им ничего не показывал. Ага, посмотреть. Да я тебе честно говорю, баб, давай ты не будешь выпендриваться, ты вот эти, как, вывески сделала? Объявление сделала? Мы же сегодня с тобой точилу эту должны продать. Вы что, реально думали, то, что я ее себе оставлю? Да на кой фиг она мне сдалась? У меня в гараже до сих пор находится картинг-машина и квадроцикл. Я прям уже как будто какой-то бизнесмен. У меня столько тачек, сколько у олигарха какого-то. Поэтому эту тачку я толкну, да и все. Везде расклеила. Ну если везде расклеила, давай, показывай. Показывай, что у тебя там получилось. Продается ржавая корыта. Ну, что-то она вообще не ржавая, бабуль. Цвет синий, 4 колеса, ездит быстро. Все подробности возле бизнес-центра у Ашота. Столько много вопросов сразу у меня в башке образовалось, и столько мало ответов. То есть, вот это твое описание тачки? Цвет синий, 4 колеса, ездит быстро? То есть, вот так ты машину собираешься продавать?
Какой бизнес-центр у Ашота? Это подвал у Ашота, где он продает всякую фигню. Никакой этот не бизнес-центр. Ладно, будем надеяться, то, что какие-то клиенты да все же сюда приедут. Ну, я очень сильно надеюсь, то, что кто-то до сегодня здесь появится и купит эту тарантайку. Я не знаю, сколько она вообще может стоить. Бабуль, мне кажется, ну 1050 это даже мало. Ну, естественно, кто еще может сюда приехать? Рафик, жирафик, салам пополам, брат, а счет по колодник. Салам пополам, брат и братиха, салам пополам. Здравствуйте, что надо? Что приперлись? На месте не сидится в вашем вот этом подвальчике, да? Откуда взял такую красотку? Да в лотерею выиграл вот это, супер бинго называется лотерея. Вот вчера запомнил, заполнил там 4 вот это пустых места. Супер бинго лотереи купил у бабушки в переходе. Машину и выиграл. Ну я не знаю, машина дорогая. Да? Ну повезло, конечно, в лотерею. Да, естественно, в лотерею. Сказать бы им правду то, что я ее старый взял у богатой бабы. А муж богатой бабы это Геннадий Петрович. А Геннадий Петрович это тот мужик, который сдает мне квартиру. Они бы точно в шоке были. Машина продаешь, поднялся хорошо, брат. Продаю, да, продаю машину. В принципе, машина дорогая. Давайте я вам характеристики все опишу, чтобы вы просто, ну, сразу планку завысили, да, чтобы вы сразу понимали, ну, насколько она дорогая. 8 цилиндров, белые фары, значок Toyota. Под капотом 280 лошадиных сил. Под бампером 4 бегемотских сил. В багажнике 69 собачьих сил. Что-то я вообще не то рассказываю. Короче, машина не машина, машина зверь просто. Катает просто не могу. Разнесет любую тачку в хлам. Ну, в том плане, то, что сможет перегнать любого. Вот гоночная машина стоит очень дорого. Даю 40 тысяч. Рассмешил мои вот эти труханы семейные. Какие 40 тысяч, с ума сошел? А я 50 кусков дам. Ты еще больше рассмешил. Какие 50 кусков, а? Не ломайся, брат, шикарные бабки. Да я понимаю то, что я в жизни еще столько не заработал. У меня сейчас в инвентаре там 1007-8, ну может примерно 9. Ну какие 50 тысяч, да машина, зверь просто. Да я рассчитывал на нее то, что ну я хотя бы минимум ее продам за 1085. Ну это минимум, ребят, ну реально, если я сейчас продам эту колымагу за 50 тысяч, ну потом все подписчики меня в комментах будут называть то, что Эдисон лохопедина лохопутский. Какие 50 тысяч, это слишком мало. Да вот именно, точила огонь, я тебе не буду продавать за 50 тысяч. Ой, ля, самый жестокий бизнесмен на этом районе пришел. Здравствуйте, подвиньтесь, короли шашлычные. Ой, посмотрите, как он сразу наехал на Ашотика и на Рафика. Ну, здравствуй, Семёныч! Чё-то ты как-то в последнее время слишком зажрался. Это чё ещё за колымага? Ну, синяя. Вам чё, каждому объяснять? Вы чё, дальтоники все? Ну, синяя. Ну, зачем каждый раз спрашивать, что это за колымага? Синяя. Где добыл, откуда достал? Да. Вас так сильно это беспокоит, откуда я достал? Ну, день рождения у меня недавно был, вот бабулька меня загнала по почте из Украины, там собирала пенсию на протяжении 69 лет. Вот и купила наконец-то машину, отправила мне машину по почте, Почта России, вот пришла, вот. Какая чё разница нафиг, Семёныч, куда у меня тачка? С неба свалилась! Вот опять зубочистка на пол упала. Есть тачка, тебе какая разница? Ну у тебя и колымага, конечно, даже мой трактор не обгонит. Садись в свой трактор, а вы, шкеты, садитесь в свою вот эту красную машину. Сейчас мы с вами погоняемся. Не обгонит, вы посмотрите, что он сказал, то, что моя колымага его трактор не обгонит. Бабуля, убери эту свою развалюху с трассы. Если ты меня обгонишь, куплю ее за 80 тысяч. А вот это уже хорошее предложение, вот это я уже понимаю, бизнесмен. Рафик, жирафик, не отставайте, идите сюда. Бабуля, убери колымагу эту свою с дороги. Если я сейчас смогу обогнать Семёночка и смогу обогнать Рафика и Ашотика, они купят у меня тачку за 80 тысяч. Бабуль, встань перед нами, давай отчет.
На счет раз, два, три мы стартуем. Короче, давайте вот такую, по такой траектории. Объезжаем вот этот дом, где у нас пятерочка. Вокруг этого дома объезжаем и возвращаемся на это же место. Кто первый, тот самый скорострел. Давай, бабуля. Раз, два, три. Поехали, 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 поехали. Лидирую. Конечно, они на своих колымагах еще, знаете, начали выпендриваться. Да я их уже даже не слышу. Я даже вот заеду сюда через заправку. Да моя машина намного скоростнее, чем их. Вот, смотри, да, да. Ну и где они? Я их даже не вижу, чтобы они там сзади. Да, их даже нет сзади. Вот смотрите, сейчас я остановлюсь и даже им фору дам. Да их нет даже сзади. Они, походу, тот там заглохли на своем тракторе. Да, конечно. С моей ласточкой захотели таскаться. $50 000. Ага, да это моя ласточка, она стоит, ну, 1100. Не, ну это, конечно, уже зажрался немножко, не 100 000. Но все же она много стоит, какие 50 000, да, да вы видели, как она обогнала всех, кто только со мной там ездил. Конечно, 50 000 мне сказали, да есте... Время пришло. Теперь мы с тобой разберемся здесь и сейчас. Опять этот любитель памперсов сюда пришел. Школьник, что тебе от меня надо? Мы наконец-то тебя нашли. Так, я тебя прошу, давай без резких движений хотя бы в этот раз. Бабульку отпустите, бабулька ни в чем не виновата. Пацаны, надерите ему задницу. Тихо, тихо, тихо. Баблюк, иди сюда! Давайте вы опустите свои вот эти биты. Баблюк, спрячься сзади меня. Опустите биты свои, хорошо? Че, стоп? Остановитесь. Да все, остановитесь. Я сразу же сказал, стоп, остановитесь. Что это за красотка сзади тебя? Это баблюба. Какая красотка? Да она красоткой была лет 70 назад, когда ей было там 18 лет. Я пошутил, убери обратно. Да не эта старуха. А, ты про машину? Ну это моя тачка новая. Да, ну, а что, тебе понравилось? Хотя бы я как-то смог его внимание отвлечь. Продай! А шучу. Кому-кому, но тебе по 50, что не по 50, я продавать не буду. Нет, нет. Это, я прям к ней уже очень сильно привязался. Я не буду тебе ничего продавать. Да, вот, не. Синяя машина, красивая. Мне нравится, бабульке тоже нравится. Откуда такая тачка? Да вы с ума сошли все, в смысле, где достал, да ядрить, колотить. Каждому нужно выяснить, где я достал эту тачку. Да Дед Мороз мне ее подарил. Просто понимаешь, зимой в Новосибирске, где я живу, ну, в реальной жизни, минус 50. Такой мороз даже Дед Мороз здесь не ходит. Вот, он говорит, да ну нафиг, я лучше дома возле камина посижу. Вот, поэтому в Новосибирске Дед Мороз летом ходит. Вот вчера пришел, подарил, подушку мне поставил, я сегодня просыпаюсь, такой вуаля, и у меня новая точка синяя. Дед Мороз подарил. Какая нафиг вам разница? Продай. Да ничего я тебе шкет не буду продавать. Плачу 120 000 налом. Инфаркт, сердце в пятку ушло, какие 120 000? Да бабуль, да у меня сейчас, да у меня сейчас самого балаклава вспотело изнутри. Сколько, да какие 120 000? Да ну, обманываешь. Я как бы ты богатый школьник, я это знаю. Имеются такие деньги, не волнуйся. Ага. Нет, я не верю, что ты на своих завтраках в школе смог сэкономить настолько, чтобы 120 000 накопить. Да какие 120 000? Да я даже не думал, что за 120 000 эту тачку можно продать. Я думал за 1085-90. В этом кейсе 120 000? Бабуль, ты понимаешь, что такое 120 000? Мы тебе новые коронки золотые вставим, зубы твои вырвем, новые коронки. Это у тебя два зуба осталось, новые тебе вставим. 120 000, значит. Ну слушайте, я могу убить двух зайцев сразу же. Я могу избавиться от этой машины, а еще дороже продать, нежели чем я хотел. Я могу наладить отношения с школьником. То есть сейчас ему поставлю такие небольшие условия. Короче, школьник, давай сделаем так. Я знаю то, что я в начале сезона тебя ограбил, да, я бываю вредный из-за ноза в заднице. Ну, ограбил, с кем не бывает. Давай сделаем так, я тебе толкаю машину за 120 000,
А ты от меня отстаешь и больше на меня не злишься. Машина эксклюзивная, прямо с Америки. Можешь посмотреть номера, из Калифорнии только что прислали. На самокате привезли. Я тебе продаю, и ты сваливаешь со своими вот этими бандитами. Больше меня не тревожишь, не докучаешь мне. По рукам. Опа! То есть 120 тысяч? А пароль-то какой? Пароль от сейфа-то какой? Пароль 1, 2, 3, 4. Сейчас, подожди, давай я сначала открою, а потом ты сядешь в тачку. Раз, второе, два, три, четыре. Мать моя женщина, спасибо, что ты меня родила. Бабуль, 120 тысяч! Забирай эту колымагу и про вот это, давай газуй, ты газуй давай. Ёп, ядрит меня просто вот это. 120 тысяч, да откуда у тебя такие бабки? Да ты почки своих бандитов продал. Да откуда 120 тысяч-то? Пацаны, смотрите какая. Ля, бабуль. Да за эти 120 тысяч всю же посливку выкупить можно. Да это деревья столько не... Бабуль, сейчас будет что-то интересное. Вот. Моя машина. А я тут ни при чем. Я первый раз ее вижу. Ты не знаешь, кто ее украл? Да школьник возле нее ошивается, ты смотри! 100% он ее украл! Бабуль, садись ты в свою колымагу. Садись помалесеньку. Садись. Она не моя, я ни при чем. Ага. Хороший день сегодня, хорошая погода. Мы пойдем с бабулькой на озеро, там, в бассейн покупаемся. Все. Удачи вам, хорошо вам там покататься. Это вон того. Каково вон того? Шкет! Геннадий Петрович, я последним зубом бабули клянусь, то, что не я воровал вашу машину, да здоровье мое важнее. Бабуль, что твоя тарантайка еле как муравья обгоняет? Толкай, вылезай, толкай ее быстро. Геннадий Петрович, это не я, честное слово, меня подставили. Педаль газа в пол и валим просто на Северный Кавказ. Надеюсь, что он там нас не сможет достать.